Это, ребята, Чембурка поселок. Вот в огородах можно уже карасей разводить. Вообще амбы. Ну, десяток домов тут подтопило точно. Те, что построены, построены близко к речке. Бомжатник тут, блин, как люди так живут, как свиньи, блин. Да. Туфля. Название соответствует улице. Улица Озерная. Место, конечно, хорошее. Речка рядом, но речка может преподнести сюрприз, как сегодня. А людей вон огороды затоплены просто. Вот эти старые хатки вообще утонули. Когда-то меня тут интересовал так участок. Мы сюда приезжали летом, когда тут хорошо. И я думал,
Ну вот, речка рядом. Сейчас просто вот такой кошмар. Речка рядом точно. Да, десяток домов тут точно стоит в воде. Без сапог тут делать нечего. Что, поплывем туда дальше? Тут понятно, все утонуло. Проплывем чуть-чуть дальше. Посмотрим там, что за программа. Такая программа. Кто хочет тут покупать себе участок под дом, то есть его надо покупать чуть-чуть выше, на горе, чтобы тут не тонуть. Ну, калина висит еще с того года, на радость воробьям. Это была Чембурка. Ой, сегодня 21 января 2019 года.